по улицам заснеженным, холодным, средь города закутанного в снег, погруженного в шум предновогодний, брел одиноко странный человек. Снег на лице его усталом таял, и зимний ветер плащ все развевал. Казалось, что весь мир его оставил, а он кого-то трепетно искал. Жены могилу тканью морозной зима совсем недавно занесла, и вот теперь в жару туберкулезном единственная доченька слегла. Свеча горела у кроватки тускло. «Дитя, что хочешь ты на Рождество? Ах, папа, милый, подари мне куклу!» «Конечно же, я подарю ее!» Старался папа, сам больной, усталый, продать за грош нажитое старье. Но смерть пришла, и ждать совсем не стало, когда исполнит слово он свое. Вот свежий холмик снегом заметает, а мир вокруг в веселье кружит, как будто смерти вовсе не бывает, в ажиотаже праздничном бежит. Закручивает всех в водовороте, в дурмане пьяным ульем гудит. Но тот, кто так нуждается в заботе, он вытолкнут, отвергнут и забыт. Тряпичную потрепанную куклу, потратив все, что есть, отец купил. Прижав к груди, нося ее под курткой, по улицам заснеженным бродил. Его заметил и походкой вольной нетрезвый страж закона подошел. «Эй, что ты бродишь ночью тут бездомный? Весь праздник портит вид несчастный твой!» «Я, сэр, не пьян, со мною все в порядке. Я должен слово данное сдержать. Дитя мое нуждается в подарке. Я иду, чтоб куклу ей отдать». И полицейский свой продолжил праздник, пошел спиртным грехи свои залить, а папа брел по улицам прекрасным, ища дитя, чтоб куклу подарить. Он знал, дочурки нет на этом свете, она в другой стране, здесь нет ее, но все ж искал, надеясь где-то встретить, исполнить обещание свое. А в это время зажигались свечи, огромный хор торжественно звучал, о Рождестве Христа звучали речи, друг друга каждый с этим поздравлял. Ведь люди так научены, так надо, что Рождество лишь праздник, пир горой, подарки, елки, пьянство, вот отрада, затянуто сознание мишурой. Когда же наконец настало утро, то в переулке мертвого в снегу нашли его, сжимающего куклу, подарок, жизни стоивший ему. Он встретился не здесь, на свете этом не смог найти он бедное дитя. Никак не мог он по-другому сделать, как самому к ней перейти туда. Однажды Бог исполнил обещание, послал Мессию, Сына Своего, чтоб нас спасти от бездны беспощадной, подарок нам от Бога самого. Но люди взять его не пожелали, тот дивный дар спасения во Христе, они его изгнали и распяли. Он, как бродяга, умер на кресте. И в этот день все так же происходит. Он из церквей жестоко изгнан вон, стучит в сердца, ведь время на исходе, но исполняет то, что должен он. Он есть подарок, самый подходящий для падшего творения, царь всего. Он исполняет слово, жизнь дарящий, вновь изливает Духа Своего. Он исполняет точно Слово Божье, и я исполню то, что обещал. Чего бы мне ни стоило, я все же, всю без остатка, жизнь Ему отдам. Неважно, через что пройти придется, через отвержение, смерть, страдания, тьму, через все пройду, доколе сердце бьется, и полностью отдам себя Ему.